Всем привет! Пришла мне идея поделиться с вами комплектом моих фидеров, которые я собрал на следующий год. Я достаточно долго их собирал, долго искал. Искал фидера такие, чтобы они были с максимальным идеальным соотношением по качеству, функциональности и цене. И для себя я в этих рамках выбрал следующие фидера. То есть я не гонялся за какими-то брендами, потому что я перепробовал достаточно много брендов. Есть там хорошие удилища, есть удилища, которые мне однозначно не нравятся совершенно, хотя вот люди ими пользуются, людям нравятся, мне они не подходят. Итак, начнем с самого низу. На пикеры я не ловлю вообще, поэтому пикеров у меня нету, я их не использую. У меня просто нету рыбалки, которая бы подходила к пикерам. Вместо пикера я использую Элит Медиум Фидер Монтарей. Это флагмановский фидерочек. Легенький, стройненький. Я в этом году его обменял на мультик Бисмастер лайтовый 2.70-3.30. Не жалею. Вообще вот о Бисмастере. Почему я его поменял? У меня спрашивали не один раз. Потому что в длине 2.70 он классный, он упругий, он отличный, и вообще им приятно ловить. Но как только ставишь пролонгу, это совершенно другое удилище. Это уже параболик, мне не нравится на вываживание рыбы. Вот такое ощущение, что вот просто тянешь водоросли. Ну вот, мне не нравился, поэтому я подобрал вот такой вот вариантик. 3.30 до 75 грамм. Отлично, я по нему снимал обзор, вы можете его посмотреть на канале. Это у меня замена пикера, это у меня и лайт, ловля на ближних дистанциях. Вот, дальше. Дальше у меня карповик и фидер для ловли на водохранилищах, на слабом течении, с дальняка или при больших бровках. Это турнамент Салма. Тим Салма Турнамент Фидер 90 в длине 3.90. Отличная посылистая палка, легкий, на вываживание просто идеальный. Вот мне очень он нравится, очень. Тоже я снимал в прошлом году тест по нему, можете зайти на канал посмотреть. Далее фидер до 125 грамм. Мой рабочий фидер, который у меня с 2010 года, который я люблю, реально ловлю на него большинство времени, и просто от него прусь, хоть он уже и морально устарел. Итак, такая эйс фидер, 125 грамм, 360. Он такой по строю полупараболик, то что говорят прогрессивный строй, только вот с уклоном в параболик. Хотя на течение я им ловлю, его не выгибает. Он нормально держит течение, видно все поклевочки. Ну вот реально фидер, от которого я прусь, который у меня давно, который со мной прошел очень многое. И которому я на данный момент пока не могу найти замену, такую, чтобы вот я взял фидер в руки и понял, что вот он намного лучше. Хоть у него есть небольшой недостаточек, это вес. Так как он был выпущен очень давно, у него вес 290 грамм. Но так как я ловлю маленькими катушечками, оно в принципе не так мне и заметен этот вес. Но просто вот просто мне очень нравится этот фидер. И фидер, который я получил буквально недавно, благодаря магазину Ушфишинг. Это Спро Team Feeder Master Carp 420 LC до 180 грамм. Этот фидер у меня
идет для дальних дистанций на реке, для сверхдальних дистанций на озерах будет при ловле карпа, например, на тех же прибычах, где забросы нужны от 130 метров. Обзор данного фидера вы должны были видеть уже. Кто подписан на мой канал, то точно должны были видеть. Мы кидали на набережную его. И получился у Сережи им заброс 143 метра. 143 метра. Вот я буду его использовать, кроме как для ловли, еще и, скорее всего, для спомба. Например, в паре с тем же Тим Салмом. Очень мощное удилище, быстрое, для дальних забросов оно просто создано, и оно для этих условий идеальное. Ну и оно отлично должно себя показать у нас на правой набережной Днепра, в Киеве, где сильное течение, кормушки там от 120+. Если, конечно, такие нести не будет, потому что бывает и 140 грамм используют, и 160 грамм используют кормушки. Так что, думаю, это удилище будет у меня справляться с данными задачами. Вот такие вот 4 удилища я собрал себе на следующий год. Собирал их долго, подбирал, тестировал очень много удилищ. Часть удилищ я снимал тесты, часть удилищ не снимал. Но через меня прошло достаточное количество удилищ. Вот то, что я выбрал. У кого-то комплекты могут быть другие. Можете делиться своими комплектами ниже в комментариях. Так что ждем. Может, у кого-то будут видео-ответы на данное видео. Так что спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!